Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем проходить пятую цивилизацию за Россию. Сейчас у нас идет ожесточенная война с Германией. Так, ну тут мы... Полная победа, но, блин, ну сами можем, да, отхватить. Ну хотя они не дострелят, я думаю. Так, тут отряд есть. Так, тут атакуй Берлин. Ты куда-нибудь пока что сюда. Ты сюда. Ты давай вот сюда, тебе надо приехать. Так, в Москву этот. Стой, ты лечись. Ты стой. И где-то здесь я видел еще отряд. Вот он. Давай, добивай восстание. Таким образом мы решим проблемы, я думаю. Сейчас строители прибегут, все утрясут, да? Куда мы там можем атаковать кого? Уже никого. Так, ты чё приехал? А тут никого и не было. Вот это печаль. Глюк какой-то, что ли, был? Или чё произошло? Через 5 ходов у нас кончится золотой век, и тогда будут большие проблемы. Я прям их предчувствую. Так, забирай. И давай туда отваливай. А вы не расслабляйтесь. Продолжаем повышение. Это хорошо. Настреливать по Берлину. Ну, кстати, вы, наверное, даже и не понадобитесь. Но на всякий случай лучше приехать. Так, давай сюда. Давай сюда. Ты лечишься, все хорошо. Квебеке, зоопарк готов. Это прям здорово. Давай ветряную мельницу. Ты стой. Да некого уже стрелять, успокойся. Так, ты стой. Поехали, следующий ход. Я думаю, это будет один из последних ходов, когда будет жить Берлин. Так, Мария Терезия, нас не интересует, что там у вас между собойчик какой. У Берлина, видимо, войск вообще не осталось. Да кого ты там хочешь обстрелять? Тут никого нет. Ты покажи мне, я обстреляю как бы. Так, ну давай, огонь, батарея. Огонь, как раз 3 выстрела. И огонь.
Ну, погнали. В наступление эти отступают. Вы давайте сюда. Вы на дежурство. Так, ну и ты давай сюда. Подтягивайся. Сейчас, когда возьмем Берлин, все пойдет прям намного проще. Но потом будет прям продолжительная такая попадалово, так скажем. Потому что слишком много будет городов у нас. И будет большое недовольство. Но я имею в виду захваченных городов. Но все ради этого и задумывалось, правильно? Забрать себе, аннексировать город. Все, Берлин наш. Поехали дальше, сразу же куда-нибудь сюда давай. Тебя сразу же сюда поближе. Так. Ты куда-нибудь сюда давай. Вы на автомате, давайте помогайте. Ты лечись. Вы чините. Ты. Куда ты поедешь? Ты поедешь вот с ней. Ты поедешь вот сюда. Повышение. Здорово, пока все идет. Естественно, суд. Да нет тут никого. Успокойся. Так, ветряная мельница, зоопарк. Следующий ход. Мюнхен можно забрать. Но Гамбург, я думаю, он второй по величине. Мюнхен как-то не особо. Тут у нас пока все спокойно. Ну и будем сейчас, в принципе... Стой. У кого повышение? У тебя? Давай вот так. Лечись. Ты забирай. Можно разграбить, в принципе, да? Давай. Молодец. И обратно возвращайся. Так, ну сюда надо кого-то одного подгонять, да, все равно, чтобы было видно. Хотя зачем, если можно вот сюда, да? Так, да кто там такой, я не понимаю. А, посол. Пророк. Ну, пророк. Чего ты можешь, пророк? Распространяй религию. И вы опять. Вы надоели, честное слово.
Вы даете мне прокачать на вас юнит, что ли? Вот так. Вот так. И вот так. И вот так. Как я здорово все придумал. Ну, это понятно, это паника. Пока все идет хорошо. Они отдают мне сами своих строителей. Зачем? Вопрос. У кого-то повышение, у тебя? Так, шок первый. Лечись. Давай заберем, коль не шутишь. Подготовься пока, ты лечись. Ты отойди оттуда, там мне интересно. Давай куда-нибудь... А, ну тут уже строителей. Хоть попой ешь. У нас минус 100. И кончился золотой век в этом ходу. Минус 126 доход. Так, не видишь, да? Обидно. Досадно. Да ладно. Все стоим, отдыхаем, курим. Дышим свежим воздухом. Германия-то, кстати, не маленькая получается. Тут у них еще город. Тут у вас что, алмазы? А мы тут что захватили? Тоже алмазы. Враг близко. Это разве враг? Забрать себе. Так, вы вылечились, это хорошо. Но мы сделаем по-старому. Как уже делали неоднократно. Вот так. Вот так. И вот так. Давайте на автомате идите, чините все. Так, ты давай сюда куда-нибудь пока что. Ты отдыхай. Ну давай, шаг назад. И в следующем ходу мы забираем Гамбург. Потом пойдет Мюнхен, я думаю. Потом Кёльн. Ну и так потихонечку будем расширяться. Города не видно. Так мы не сможем сходить, да? Хотя, почему нет? Давай вот так. Ты возвращайся на пост. Ты забирай этих.
Ты сюда разок шандарахни. Тебя уже можно передвигать вот сюда. Вот, блин, вот так вот, знаете, как сказка. Мальчик про волка говорил, вот так же будет. Вот что я не верю, что кто-то там есть, нападает. А в конце концов, бах, и есть. Гамбург, ну давай, выбирай один из двух, но все равно нам пофиг. Не угадал ты, Гамбург. К сожалению, для себя, наверное. Так, вы подождите, до вас очередь дойдет. Забирай. Отлично. Так, пушки у нас поедут вот сюда. Ты сразу же времени теряй, начинай. Тоже времени теряй. Так, ты давай сюда. Естественно, суд. Ты лечись. Строители, на автомате, пожалуйста. Тоже на автомате, но вы же видите. Так, а, это вы вылечились. Ну вы давайте подтягивайтесь сюда потихоньку тогда. Компьютер понимал, что скоро будет трындец, да? Давай, мне деньги нужны. Железо, не, прости, неинтересно. Насколько я понимаю, в Германии вообще больше нет каких-либо оборонительных юнитов, ну, военных, я имею в виду. Так, а тут надо юнит какой-то, да? Стоп. Один хотя бы вот сюда. Ты стой. Ты тоже стой. Ты пока не готов вступить в бой. Ты лечись. Все, продолжаем. Нашу завою... завоевательную, вот. Не, на соль давай. Мрамор, не, чувак. Чё-то ты разошёлся. Минус 28. Ну, я думаю, вот эти два у них заберу. Максимум 3. Кёль опять предлагает. Нет. Столица у вас сейчас где? Западные народы надеются, что паровая тяга. Отлично. Авиация у нас следующая. Да вы издеваетесь. Сколько можно-то уже?
Так, стоп, ты еще не выстрелил. Ты на автомате давай улучшение делай. Ты давай сюда. Надо их уже добить, короче, я думаю. Потому что они надоели. Тут никого. Тут у нас школа. 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 Вавилон. Давай капитал. Стоп, я еще, по-моему, не дострелял. Не доделал то, что хотел. Почему мы не видим Кёльн? Почему я не вижу Кёльн? Так же нечестно. На автомат. Мы пойдем прогуляемся за ними. Тут давай. Уже дело подходит к концу, я так понимаю. Давай сюда. Ну, давай вот так. И вот так. Так, в тире у нас построился амбар. Это я рад. Острог давай. Тут никого нет. Ты стой. Но сейчас Мюнхен возьмем, я думаю, Кёльн появится. Ну что ж, это был ваш выбор. Решили не сдаваться без боя. Самые гостеприимные города мира. Но мы гостеприимством никогда не отличались, я это знал. Отлично, аннексировать. И почему мы его не видим? Вот этого я не пойму. Оп. Нет, надо переехать чуть-чуть. Оп. Крепость. Лечись. Ты у нас бегаешь куда, по-моему? Нет. В Занзибар. Так, ты у нас должен добить вот этих. Потому что они надоели. Честное слово. Так, все идет хорошо. Вроде бы. Так, суд. Поехали дальше. Кёльн надо забрать по-любому. Тут у нас что? Тут шелк.
Камея переходит все мыслимые границы, и мирным способом его не остановить. Это, это он? Ну ладно, мне нужны союзники. Нет. Я вон с один, с одного в Германию вывожу. Вы встретили Белград. Ну хорошо, я рад, что я встретил Белград. Так, по поводу Кёльна. Раз. Два. Три. Ага. Четыре. Лечись. Давай, беги, малыш. Тут ничего интересного не происходит пока что. Юнит ждет приказ какой. Ну давай, будем чередоваться. Крепость они в Кёльне построили. А от этого, от города государства, когда воевали, что ли, крепость строили? Смешно. Так. Нет, за этот ход вряд ли возьмем, я думаю. Хотя... Давай-ка вот так сделаем. И вот так. За следующий ход мы уже должны взять. По идее. Давайте же посеем семена блестящего будущего, декларацию дружбы. Да, давай. Хотя толку от тебя как... Ну вы поняли. Как именно от того самого козла молока. Ну вот. Началось. Вот беспорядки мне как раз не нужны. Так. Так, Кёльн, все, да? И мы все равно не добегаем. И тобой нет. Но тобой опасно. Так, стоим, ждем тогда. Оренбург, акведук. Давай, гавань. Там никого нет, не ври. Тут все отдыхают.
Эмай, поедопулка по элкаву. Мрамор, давай на соль. Понула на махку. Все, нет тогда. Тогда прости. Кстати, счет 926 стал. Мы почти на первом месте и обходим Марию Терезию. Ну и ладно, и не страшно, кстати, нифига. Ни разу. Выстрелили они. Ну и чё? Великий человек где-то появился. Давай, забирай. Забираем себе. Лечимся. Так, опять великий полководец. Ну, давай, езжай сюда. Так, ты, давай вот сюда сходи, нам надо посмотреть, как тут дела. Поехали сюда пока потихоньку. Ты лечись, вы добивайте. Произошло маленькое недоразумение, так что это не в счет. Суд. 948. Захватили Кёльн, обогнали Марию Терезию. Где сейчас столица у Германии, мне интересно. Так, давай вот сюда. Сингапур там. И это не столица. И с Сингапуром придется повозиться. Ну ладно, до Сингапура еще далеко. Так, ты сюда лечись. Ты вернись к себе. Давай сюда. И давай пока сюда. Получение трюфелей вызвало в городе Санкт-Петербург День любви. Также в Москве. Я рад. Смоленск. Смоленск, зоопарк построился. Давай, арсенал. Ты лечись. Ты стой. Ну, кстати, неплохая такая серия у нас получается. Два города взяли. Я считаю, что это здорово. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать с вами данную серию. Получилась она очень и очень приличная, я считаю. В следующих сериях мы с вами будем потихонечку двигаться к Сингапуру. Также будем тихонечко сюда уже продвигаться к Виттенбергу. Пытаться захватить, где у Германии сейчас столица. Вот она, в Киото, бывшей столице Японии, да, получается. Но столицу мы можем пока оставить. Пусть они там живут, шикуют, ни в чем себе не отказывают. Нам тут восстанавливать надо еще ой-ой-ой всего.
Конго захватим, захватим Сингапур и вот этот вот Виттенберг. И после этого будем прекращать войну с Германией. Будем налаживать опять экономику потихонечку. И в дальнейшем будем думать, куда мы будем двигаться дальше и кого атаковать. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить свой королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Либо дизлайк, если она не понравилась. Плохая оценка — это тоже оценка. А если вы хотите помочь развитию канала и попасть вот в этот волшебный списочек, то переходите по ссылочкам под этим видео. Туда вы можете задонатить хоть сколько денежки на развитие канала. Все деньги идут на новые игры, либо для улучшения каких-либо для вас заказ заставок и тому подобное. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!